Всем здравствуйте! Вы на канале «Фермерский дневник. Сельская жизнь». Будем кормить букетом и нарядку. Да, вот так. Ну что, букетище? Давай. Сейчас он попьет. Давай, я держу. Выступай. Питью. Ты мой хороший. Пей скорей. Давай. Нарядка. Привет. Пей, 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 мой хороший. Меня не трогай. У нас тёлка бодается. Самое главное, чтобы они не оттоптали ноги, потому что это очень больно. Как они чавкают. Надо забрать ведро, иначе он его сейчас помнет. Так, мои цыпы. Сейчас я вас напою водичкой. Неужели пустые эти кастрюльки? Блин, целое ведро ушло. Сколько здесь литров? Я думала, еще индюкам хватит и петухам. Угу. Сейчас мы их сгоним. А может быть, они, увидев комбикорм, сами слетят. Ну-ка, пули. О, боже мой. Кабы не гнагалу. Пуль. Давай, скорее. Тут еда. На-ка. Паши быстрее. Все? Раз. Одного нет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А где он? Я говорю, он уток. Ты мне его не разрешила сюда. Сейчас пойдешь за ним. А что он там делает вообще? Потерялся. Мне кажется, я козам налила кристально чистую воду. Но они ее не пьют. Они вот блудничают. Лазят по ведрам, по кастрюлям. Халва, пойдем сейчас гулять, пастись.
Ну ладно, я иду, но ты куда идешь? И ты. Ладно, набегалась. Сейчас она повернется и скажет: да, Лен, набегалась. Лада, запрыгнешь ко мне? И вот он снова, закат. Всем, конечно же, спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал.